Шкатулку. Сейчас, мама. Сюда поставить. Ох, какой крепкий табак. А ну-ка, Шушар, понюхай. Не подмешано ли ничего? Ну, Шушар. Хороший табак. Мама, убрать сундучок. Нет, дай мне нитку. Най-най-най-най.
Замолчи. Кеке, что? Пошли на базар. Получишь за работу, купи чего-нибудь. Хорошо, мама. Ну, пошли, Маха. Арбуз да разрез, сарджур Багдади, арбуз папа. Не звучит. Не звучит. Что, барин-джа? Не звучит же. Ва, за 3 копейки тебе духовой музыка положить, да? Ну давай за 2 копейки. Что? За 2 копейки. Что? За 2 копейки. На. Давай, давай. Иди, иди, не продаем. Кокарда, ножика, ножика давай. Зазывай, балова. Аба, лети, менти, муси, муси, сюда, пожалте, давай, давай, давай. Да, без приданого. О, а это как? Ну, что это за невесты? Вот. Вот это-то ваш, молоденькая, хорошенькая, и 1000 рублей приданого. Да, и 1000 рублей. Ну, Нателя, закидывай удочку. А ты мне приготовь. Будь спокоен. Хорошо, очень хорошо. Дули яблоки, дули яблоки. Спроси, почем яблоки? 2 фунта 5. 2 фунта 5. 2 фунта 3. Тебе говорят? Тебе даром даю. Мулато, держи шляпку на, пожалуйста.
Дули яблуки, дули яблуки. Дули яблуки, дули яблуки. 2 фунт 5 копеек, 2 фунт 5 копеек. Нет. La donna mobile, qualtimamento, muta d'accento, miat ni capli, miat ni capli, la donna mobile, vai, 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 Eşek aslinli başka. Что ты сделал, а? Пожар, пожар, пожар. Где? Где пожар? Здесь пожар. Здесь, голубка мой. Здравствуйте. Я очень, очень рад, что ваше превосходительство посетил наш бедный магазин. Бедный, бедный Зим Зимов. Прошу. Ну, должен вас обрадовать. За особые заслуги в деле развития русской торговли его императорское высочество, наместник Кавказа, награждает вас золотой медалью. Вах! Поздравляю вас. Спасибо. Поздравляю. Сегодня медаль, а завтра, чем черт не шутит, и Станислава. Спасибо. Вот и достиг всего. Мир – это бочка с медом. И кто сумеет оттолкнуть одного сюда, другого туда и большую долю отхватить себе, вот тот молодец. И деньги, и почет, и молодая жена. Зим Зимов. Все тебя любят, все тебя уважают, Арутин Зим Зиму. О, ты велик, ты грандиозен, Арутин Зим Зиму. Vartnis te sinche hapis ku gerinemis pepelja ha tushka jan eresid khala sevseva cherut karotelim kis pepelja получила tushka jan da da за развитую русской торговли. Ва! Пепельджан! Батюшка Джан, я придумала. Что? Мы устроим бал. Да, да, Пепельджан, зададим пир на весь мир. И пусть лопнут глаза наших завистников. Да, да, батюшка Джан, конечно.
А люстру такую хрустальную, как у Дондуровых, купишь? Куплю, куплю. А коляску, как у Мирзоевых, купишь? Тоже куплю, Эпимеджан. Артюшка-джан. Артюшка-джан. А брошку, такую, как у жены наместника, купишь? А? Ну. Ой, чтоб я ослепла. Не купишь. Брось. Погоди, Пимечан, куплю, 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 Пимечан, куплю, куплю. Ну, да. Ох. Почему ты такой грустный, Кокули? Тяжело мне что-то на душе, Кекельдзян. Отчего? Скучно мне. Скучно. Одинок я. А ты женись. Знаешь, Кекер, выходи за меня замуж. Ну что ты, Каку? Ведь ты же друг моего брата. Значит, и мне брат. Мама, дай рыбу. Возьми, Кокули. Какая прекрасная щука. Нател, милостью просим. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Приятного аппетита вам. Спасибо. Ну, Шушан, у меня к тебе дело. Пожалуйста. Пойдем, я тебя обрадую. Кеке. Ну, так, женское дело. Знаю. Кекильдзян, что с тобой? Ничего, мама. Пусть Дарчо не беспокоится. 1000 рублей приданого хранится у господина Зимзимова. Ну и отлично. Значит, завтра в бане. А сколько лет твоей дочке? 20, ровно. Раздевайся, Кекильдзян. 40-а! Что 40-а? Не 40-а, 40-овая бочка! Что, Нател, так и не нашла ты жениха для моей Маргарит? Трудно, очень трудно. Подумаю. Мы ее, как
следует осмотрим. Скажи ей что-нибудь, пусть засмеется. Хаюцах чигуна, зерхокумата. Зубы хорошие. Не вольна. Волосы свои. Повезет. Нет, Пепо. Купец нам не ко двору. Что? А сам не хотел бы хорошо пожить? Ну да. Разбогатеет Кекер, разбогатеешь и ты, Пепо. Откроешь рыбную лавку, заведешь себе трошки, коляски. И нас, друзей своих, позабудешь. Нет, Какули. Все будет хорошо. Ура, Хатекев, Цанцатек. Аствад шнурхавуране. Аствад шнурхавуране. Амен, дерастут. Амен, дерастут. Аствад шнурхавуране. Шнурхавуране. А теперь поцелуйтесь. Эйка! На здоровье невеста и жениха. Сава, сава! Сава, душ! Стачан, за твое здоровье, голубка моя. Мирзаи! Па, па!
Игра это для жениха. Я это не танцую. Шалаху, Ацик. И это не танцую. Падеспан пальную лезгингу. Бальную Ацик или то? Мы кани бурджани маца. Кани бурджани, ярке курбани, абайчани. Кани бурджани. Yarke urbanim abayin şanı Can, can Arda suk tapim şato kutsanim Yar gadetanim Siyeto Arda suk tapim şato kutsanim Yar gadetanim Can, so. Can А как насчет денег, Пепа? Будь спокоен, дорогой зять. Деньги Кекел в надежных руках. Они у Арутина Зимзимова. А его расписка у меня. Я сейчас покажу. Мама! Но помни, Пепанджан, женюсь я тогда, когда 1000 рублей получу на руки. Куда же девалась расписка?
Придется пойти к Зимзимову. Зимзимов? Без расписки денег не даст. Ну что ты, разве такой богач может обмануть? Ага, Рутин, ты помнишь, мой покойный отец дал тебе на хранение свои деньги. Деньги? Какие деньги? Отец мой по копейке собрал эту 1000 рублей. Это ведь приданое моей сестры, Кекер. Не помню что-то. А расписки есть? Пропала. Свидетель Бог, Пепан. Я не помню этого долга. Но я посмотрю в книгах. Если там записано, ты эти деньги получишь. Георг, дай гроздовтар. Эта книга, Пепанджан, все скажет. Здесь нет. Здесь нет. И здесь нет. Видишь, нет. Опять нет. Нет и нет. Сам видел, нигде нет. Что же нам делать? Что делать? Я сам по себе, ты сам по себе. То есть? Как? Да так, у меня книги не записано. Если я тебе должен, где же расписка? А в книге твоего сердца тоже ничего не записано. Так? Какого сердца? Ведь ты же знаешь, что должен. Нет, не знаю. Фа! Да. Господи, одному ты даешь воздров, а у другого и хворостинки. Нет. Да, да, Шуша, нелегко достается хлеб беднягу. Должен? Кому? За что? Никому я ничего не должен. Если я ему заплачу, а другие? Чем он лучше других? Расписки нет. Пропало. Ничего не должен. Здравствуй, Агарфи. Здравствуй, Дарчо. Слышал, ты женишься на Кекел? Да, Агарфи. Тебя обманули. Как? У Кекел нет приданного. Значит, ты не заплатишь? Я им ничего не должен. Понял? Понял. Ничего, ничего. Я тебя жену на моей племяннице. На Маргарит? А тебе меня не жаль? Зато ты будешь родственником Арутина Зимзимова. Георг, пошли за Натель. Здравствуй, Дарчо. Здравствуй, Натель. Подойди, Маргарит. На буретку. Что прикажете, барыш тех? Что прикажете? Покажи тот ситец. Что хотите? Есть. Ту зеленую. Пожалуйста. Интересный товар!
голубая, а я думала голубая. Что? 1500 приданного? Нету голубой. Да. Розовый, синий, красный, полосатый, оранжевый. Это правда? Дарчо.
еще жениться на Маргарите. Обещали приданное, не дали. Я хочу жениться на Маргарите. Да? Хочу жениться. Хотел обмануть Дарчок. Да. Бедная Кекета. Поцеловал всех его. Ой, он им верглуха. Обещали предать. Да, да, конечно. Кекета. Пепа. Кекета. Уйка. О, моя несчастное дитя! Я вино принес. Захку. Знаешь, Пепо, пойдем поколотим его. Так-так, пойдем. Гагули. Дракой делу не поможешь, если я не достану эти деньги. Позор всей нашей семье. Кроме этого и вот этого ничего нет у меня, Пепо-джан. На, бери. На, бери, Пепо-джан. На, Пепо-джан. Нет, друзья мои. Это очень мало. Давай. Давай. Кутить будем, Пепо-джан. Аба пичхул? Давай рыбу. Вино. Дули-дули. Вино. Рыбу. Рыбу. Креган. Креган? На. Рыбу. Болоки. Редиска. Не огурец-то. Игорю, Пепо-джан. Не огурец-то, болоки. Редиска давай. Хлеб. Хлеб давай. Возьми. Пичхуле, мундрик. Креган, дули, креган. Аба тур. Сейчас.
Какой подлец! Кто же после этого на ней женится? Говорил же я тебе, не связывайся с купцом. Натель сказала. Если сейчас же не достанем денег, Дарчо женится на Маргарит. Посмотрим, как это он сделает. Кекельджан, не будет этого. Все продам, голову заложу. Но тебя так не оставлю, Кекельджан. Нет, Пеподжан. Если бы он был хорошим человеком, из-за денег не оставил бы меня. А это верни ему. Кекельджан, Какули. Пеподжан, очень люблю вашу кекель. Но раз дело не выходит, что я могу сделать? Да, так очень любишь кекель. Конечно, Пеподжан, конечно. Но это дело может протянуться годы, а я не могу ждать. Всем сердцем хочу жениться. Ты, Пепо, хороший человек. И ради тебя я готов подождать еще неделю. Что? После такого позора выдать сестру за тебя? За такого негодяя? Ты прав, Гакули. Купец нам не ко двору. А, вот как?
Сперва хотел обмануть, сбыть с рук бесприданницу. А как не вышло, так купец стал вам не ко двору? Тоже мне. В люди хотел выйти. Ой, яску! Гадина! Пуку нам усын! Пойдем отсюда, Пепо. Бери, как я прислала. Бери, ну! Расписку, расписку! Расписки и не было. Дешево оделся. Ну, подожди. Очень приятно. Моя жена. Я рад. Мы очень рады видеть ваше высокопревосходительство в нашем доме. Да-да. Смотри, как ломается. А разве я не так красива? Ну что, у меня счастья нет? Посмотри на Эпемию. Это я ее осчастливила. И ты такая будешь. Сурахане! Ну как? Хорошо, хорошо. Какой богач. Медаль на груди. А танцует азиатские танцы. Польку, кокет. Да-да, польку, польку. Польку. Ага, полька, полька, си вублей давай. Польку, польку. Полька. Милостивый сударыня, милостивый сударь,
Вот перед вами сверкает золотая медаль. На ней священное изображение монарха нашего и одно многозначительное слово «благодарю». Кого благодарит монарх? За что? Под этой медалью, милый Цезарь, бьется золотое сердце одного из преданнейших слуг нашего права, нашей культуры в этой богатой, разноязычной, но беспокойной страны. Вот он, честный, бескорыстный, скромный, щедрый бессребреник. Живи, Арутин, гордость кавказского купечества. Живи, золотое сердце, и давай жить друзьям своим. Виват Арутин Зимзимов, виват супруги его, дражайшей Ефемии Багдасарни. Ура! Спасибо. Спасибо за честь. Спасибо за медаль. И спасибо за компанию. Ей-богу, наш русский царь, самый лучший царь, наш судья, самый лучший судья. Куда? Нельзя. А Гена. Наш полицмейстер, самый Гена. Лучший полицмейстер. Господа, как честно я жил, так же честно. Во. Ты кто такой? Я? Гость. Куда? Джан, не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Что тебе, Бебо? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Ох, завтра весь город узнает. Молчи, болтуня. Я пришел в последний раз. В чем дело? Понимаю. Сестру замуж выдаешь. Приданное нужно. При чем тут приданное? Должен платить. Ну, да-да. Пожалуйста, на счастье твоей сестры. Будь здоров. Спасибо. Бедный человек не имеет приданного для сестры. Просил, умолял, чтобы я ему помог. Ну вот, я ему и дал денег. Как будто свои дают. Скажите, какой добряк. Здесь 100 рублей. Ты же мне 1000 должен. Какой долг? Что ты говоришь?
Люди еще подумают, что правду я тебе должен. Не должен? А ну поклянись перед этими людьми. Клянусь Богом, небом, клянусь жизнью моих детей, что правду я ему ничего не должен. Отвернулись от тебя и люди, и Бог. На, отдавись! Ты! Помогите! Домой! Арестовать! Мулоп! Будь проклято твое богатство! Эти дворцы, что построил, на чьи деньги? Тысячи таких, как я, ограбил, а теперь сидишь, кайфуешь! Взять его! Убрать! Пепо. В гостях засиделся. Не случилось ли чего с Пепо? Не нужно было ему идти к Зимзимову. Бог с ними, с этими деньгами. Не в деньгах дело, Кекел. Стали говорить, что Пепо обманщик. Бог тебе, судья, Арутый. Два! Два! Дедичан! Дедичан! Нашел! Нашел! Гикочан! Гикочан! Нашел! Нашел! Кекелчан! Что случилось? Таш! Таш! Таши! 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 Нашел! Нашел! С ума сошел? Совсем сумасшедший! Ваше превосходительство. До свидания. До свидания. А? Почет и уважение самому честному Зимзимову. Во. Ну, деньги я обязуюсь вернуть ему или его наследникам по первому их требованию. А? Арутин Зимзимов.
Это моя рука. Нет, моя. Куда? Где Пепо? У черта на рогах. Все равно найду, если даже у черта на рогах. О, какой позор. Откуда взялась эта проклятая бумажка? Узнают люди. Узнает весь Тифлис. Кто после этого меня поверит? Позор тебе, Арутин. Позор тебе, Зим-Зимов. Нет. Давай, Пепо, помиримся. Я хочу сделать тебе добро. Ты мне добро. Все, что мог, ты уже сделал. Все можем уладить, Пепо. И денег я тебе дам. И Дарчо женим на Кеке. Не так ли, Дарчо? Дарчо? Да, да, конечно. На Кеке. Бывай. Не знаю, какой сон ты видел, ага, Рутин. Эпанджан. Эпанджан! Эпанджан! Пожаловали. Честь имею, торговый дом Зим-Зимов. Что случилось? Не знаешь? Вот она. Элиш, пожарный. Па! Это наша расписка. Откуда? Потом скажу. Кекелджан. Что это? Ну что скажи? Скажи, что не твоя рука. Наш благодетель. Вот он, Дэдди Джан. Ой, чтоб тебе сквозь землю провалиться. Аджан, Аджан! Эй! А? Все, что хотели сказать, сказали. Успокоились. А теперь давай, Пепо, помиримся. Гикоджан. Помирись, дорогой Пепо. Сколько прибавить? 200? 300? Держи. 500? 1000. Бери 3000. Уйди! На. Пепо-джан, Пепо, помирись. Помириться? Чтобы он оказался правым, а я обманщиком. Нет, Дэдди Джан, должен же кто-нибудь крикнуть, что Зим-Зимов, которого все уважают, которому все кланяются, не имеет ничего святого. Не упрямся, Пепо, бери. Пепо, Джан, нет, помирись. Дэдди Джан, мы в суде помиримся. А-а-а. Благодари Бога, что ты в моем доме. А теперь уходи. Что? Уходи! Хорошо. А ну, выкатывайтесь. Эй, эй, больной лезгинка.
скорее, скорее. А ты кто? А ну выходи, выходи, выходи. Выходи, дорогой, выходи. Ну, я тебе не торчу. Скорее. Оп, руки. Мула. Городовой! Городовой! Уездку! Агули! Пожалуйста. Смирно! Пожалуйста. Сам идиот. Пожарный! Пожалуйста, пожалуйста, господин Зимзимов! Господин Мазутец, который час? Довольно, да? Довольно! Дорогой жених, почки не отбил. Вот, покушай курочку. Что, дурак, покушай, да? Молодец, жених! Да. Ну что ж, дело верное, бесспорное. Взыщем деньги. Ступай. Ответчик Зимзимов, признаете ли вы свой долг по этой расписке? Уж, кажется, подавится. Это не моя рука. Ах, какой шурик! Жулик из жуликов. Ты как следует посмотри. Ты сам как следует посмотри. Что случилось? Не понимаю, не понимаю. Пеппо, это не та бумага. Подменили? Как вы смеете? Ограбили. Разбойники. Ты сам разбойник. Обмануть хотел. Вы тем люди. Вымогатель. Вы тем люди. Да если бы я хотел стать таким, как вы, пошел бы воровать, грабить, как Арутин Зимзимов, обирать таких же бедняков, как я сам, завел бы себе слуг, купил бы коляски, лошадей, купил бы закон и суд, поставил бы их себе в прислужники, вот тогда бы вы меня уважали. За оскорбление суда я вас арестую. Ничего, Кекел, вот выйдет Пеппо из тюрьмы, покутим. Все будет хорошо, посмотришь. Гули, я в руке!
для Пепо. И это для Пепо. На. И это для Пепо. И это. Это огурец для птичку. А это тебе. Пожар! 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 Какой пожар? Где пожар? Настоящий пожар. Где пожар? Вот, вот где пожар. Здесь, здесь пожар. Ничего, сейчас случится. Ну? Да. Пожалуйте, господин Зимзимов. А ну, дорогу! Пожалуйста. О, Шенегулиса. Пожалуйста. До свидания, Зимзимов, до свидания. Прощай, прощай, дорогой. До свидания. Пепуджан, сердечный привет от Зимзимова! О нас не думай, Пепуджан! Кекел больше плакать не будет, Пепуджан! Держись, Пепо! Будь молодцом! Ничего, друзья! Многих погубил Зимзимов! Многие плачут от него!
Но не будь я, Пепо, если не отомщу ему за всех.